такое впечатление сложилось, что мы никому не нужны. Что нас вообще, вот после, ну, вообще никто не приходит. Север. Ни военный, ни гражданский, ни там начальник там, завода или кто-то. Вообще никого нет. Тут мы вот живем. Мы сами добывали для. Вот у меня почему телефон заряжен? Потому что у нас был генератор. Генератор там все время там взлетал от этих техник, мы там меняли радиатор на нем. Это хорошо, что заводчане были такие ребята мастеровидные, мы сами подходили, сливали с перевернутых кранов этих солярку для генератора. Вот. Сами добывали воду. Вода, благо, что в пакетах есть, в пакете 6 бутылок, вот такая газированная вода, по цеху она, они есть. Ну, то в одном там кайбыше, то в другом, то в пакете, мы вот носили эту воду.